Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Motorola Edge 30 Pro, и в этом устройстве мы вам покажем, как на данном девайсе поменять цветовую схему. Для этого заходим в настройки и выбираем пункт, который называется «Экран». В пункте «Экран» мы можем включить или выключить темную тему, или, нажав на сам пункт «Темная тема», не на галочку, а на сам текст, мы можем настроить темную тему, к примеру, таким образом, чтобы темная тема включалась только на ночь. Здесь настраиваем себе по расписанию. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!